Друзья, всем привет! Мы решили сегодня, погодка такая, не солнце, не как-то пасмурно, решились прокатиться на велосипедах. У нас тут есть озерцо так небольшое, и там за Лисьим островом есть еще, я всегда говорила, земляника, не земляника, клубника лесная. Я там насадила в своем вон под елочками, и хочу еще накопать чуть-чуть. Ну, пусть у меня там просто оно растет. Чтобы в лес не ездить, будут потихоньку собирать. Так что мы с Васьком, Васек сейчас собирает удочки. Он решил там порыбачить, может быть, чуть-чуть. Поймает, не поймает, ну, вечерочек проведем. Сейчас он с сарайчика принесет свои снасти. Друзья, всем привет. Собрал удочки свои. Вот на мне, смотрите, рюкзачок у меня с удочкой. Сейчас у нас будет велопробег. Вот эти наши велосипедики. Вот. Все. Занимаемся спортом. Так что поедем на озеро. Рядом с родниками у нас находится озеро. Ну, здесь близко, 300 метров. Сейчас мы доедем, я останусь рыбачить, а Оля там поедет смотреть свою клубнику. Как она выросла. Ну все, друзья, мы поехали. Оля впереди меня едет. Сейчас 3 минутки, и мы будем на озере. Вот здесь у нас такое название — Кривой переулок. Мы поворачиваем. Сейчас слез с велосипеда. Пройду. Петухи поют. Зелени столько много здесь у нас. Наконец-то скоро лето. Будет тепло. Переулок Кривой. Ну, сейчас я пока отключусь, когда еду. Ну, здесь он за поворотом уже. И озеро. Вот сейчас будем проезжать реку Келермес. Сейчас я вам покажу, какая она. Вот она река. Клюет ща. Ничего. А? Вот вдалеке маленькое озеро. Раньше, говорит, здесь коров поили, когда были стада. Здесь коровник был, вот здесь на маленьком озере поили коров. Вот уже, смотрите, в том году не было. Летом я приезжал сюда, дома. Сейчас стоит дом, все, забор уже загорожен. Уже построили. Быстро строить здесь. Знаешь, что здесь всю зиму строят?
Вот здесь озеро такое. Но воды что-то мало. Травой что-то все заросло. Ну, попробую, посижу. Может, что-нибудь поймаю. Цветочки. Сейчас Оля поедет дальше, а я останусь здесь. Да, Оль? Буду ловить. Еще бы люди эту красоту не гадили. Да, мусор бросает вон по берегу везде. Это акации, да? Смотри, сколько. Какие ой, колючки. Акации, у них какие колючки. Они. Вот акации, вот это колючки у них. Вот это да. Колесо попадет, если. О, вот это шип здоровый. Да. Что ее даже бензопила не берет, если она высохнет, когда саманные дома с них же построят. Ну все, что я буду рыбачить. Сейчас я вам покажу вон с другой стороны. Вон какие-то поля там. Смотрите, какие-то поля пирамидальные у нас здесь. И дом построили. Как разрешили-то? Должна же охранная какая-то зона быть. Все-таки озеро. Пока Васек рыбачит, а я проеду. Клубнику пойду накопаю. Лесную. Так, вот здесь находится у нас Лисий остров. Деревня Лисий остров, рыбалка, утятник. Он как закрытый здесь. Дубы. Ой, хорошо, когда солнышка нету. Прохладненько, прям хорошо. У Лисьего острова закрытая территория. Вот здесь строительство идет, тоже дома. Территория отгорожена. Тут нарисовано, что у них будет школа, детский сад. Кстати, вот сюда направо тоже можно на рыбалку съездить. Вон мужчина поехал. Мы с Васьком туда ездили. А мне кажется, вот на этой территории раньше были сады. Потому что здесь дички растут, деревья, алыча, яблоки. Но яблоки такие горькие, они, видать, уже в дичку превратились, потому что... Мы здесь Настя алычу собирали, желтенькую. Тут ее полно. Алычи, мне кажется, везде полно. Вот такая красота. О, какие цветочки красивые, синенькие. Ромашки, какие красивые, прелесть. Сейчас. Да, я сначала хотела на машине проехать. Не, на машине здесь рядышком. Чем на машине ехать, когда можно... А, ну вот ягодник начался. Кстати, его полно. Вот такой. Вот такой ягодник. Сейчас я себе накопаю. Вот такие я. С корешками.
земелькой набрала. Сейчас я их все аккуратненько сюда сложу в мешочек. Вот так. Ой, муравьев не привезти. Муравьи вон, какие здоровые, еще муравьев тут не хватало. Вот такой букетик у меня получился. Но мне пока хватит. Я там еще насажена. Сейчас, может быть, пойду посажу, пока Васек там. Лучше потом приеду, еще ягодками соберу. Но пока хватит. Хочу сделать себе лесочек. Ну все, сейчас я на ручку повешу. Может быть, буду ехать, будет мешать, шуршать. Ну ладно, ничего страшного. Птички поют, такая красота. Полянки все-все-все-все. Смотрите, белые-белые. Если вам видно, все белые. Вот такая здесь красотенюшка. Ромашки, синенькие, желтенькие цветочки. Но у меня ромашки есть. Я вот думаю, может быть, куда-то и посадить. Я, правда, не знаю, какие у меня ромашки. Мне Оля Смирнова дала. Мне кажется, она договорила крупные ромашки. А здесь вот ромашки вот совсем такие миленькие, но красивенькие. Вот такие. Ну ладно, у меня есть, не надо. Так что вот такая красотень, красотенюшка. Пока Васек рыбачит, а я покатаюсь. Кстати, вон там яблонька, что ли, распустилась крупно-крупно. В том году мы ходили, здесь яблоки вроде цветут хорошо. Ну, посмотрите, как клубники в этом году полно будет. Вот. Видите? Везде полно. Я даже вот потихонечку по краешку проеду. Она вот везде, вот-вот, везде. Как у нас в лес едешь на Гумбейку, там ее тоже, если урожай, так... Кстати, вот здесь сейчас я выкупаю. Здесь он в траве, какая она громадная. Так что велосипедик поставлю сейчас и выкопаю. В том году я приезжала, яблоки висят крупные-крупные, но горькие-пригорькие. Ну вот оно уже, деревце. Что он? Все уже. Если не ухоженная, так она бедненькая и болеет. Птички. Ой, птички, пчелки летают. Все. Сейчас. Ой, какая лужайка обалденная. Обалденная, обалденная. Вот. Прокатитесь со мной по полю. По полю, полюшку. Вот в поле такие цветочки. Кстати, что-то цветочки похожи на что-то. Красивенькие. Желтенькая, синенькая. Прелесть. А, ну и вот здесь клубника тоже вон, в траве. А сколько ящериц-то. Ладно, лишь бы змея не выскочила, а ящерица это фигня. Кстати, дождик заморосил. Дождя-то не надо, если что.
Так, а где у меня? Я что-то заблудилась. Где у меня? Где я шла сейчас? Вот здесь. По полю, полюшку проехала. Так, вот здесь, наверное, я шла. Так, сейчас я выйду на дорожку. Ворачивала за лопаткой. Велосипед оставила, ворачивала за лопаткой. Забыла лопатку там, возле клубники. Велосипед оставил, оставила, а дедушка, который пасет вот коров, вот этот, мне говорит, ты что мне не сказала, велосипед покорулил бы? Да, мне недалеко. Так что я ворачивалась пешком за лопаткой. Сейчас вот я пойду до Васька. Что там он поймал, интересно, не поймал. Кстати, я могу и вот по другой дорожке, наверное, проехать. Вот там по леску. Я сейчас попробую. Если там есть поворот, я попробую. Там, наверное, машины-то не ходят, я пройду. Так, давайте подъедем ближе, посмотрим, что здесь у нас будет. Так, что здесь у нас будет? Угу. Кубань. Жилое строительство, 27 многоэтажных домов, 136 коттеджа, 55 дуплекса, 22 танхауса. Красота. Два детских сада, школа, поликлиника, спорткомплекс и торгово-развлекательный центр в едином архитектурном стиле. Ну, друзья, тут красота будет, я думаю. Угу. Так. Начало строительства у нас тут началось. Третий квартал 2020 года. Ага, ну домики уже стоят. Ну ладно, рядышком пройдем, проедем. Посмотрим. Да, домики уже стоят. Сколько там? Два, по-моему, стоят. Сейчас мы выйдем на тропинку. И поедем. Ну да, тут уже домики начали строить. Вот, смотрите, вот один. Вон там вдалеке второй, третий, четвертый. Пока вижу четыре домика. Посмотрите, какая красота. Я поехала нигде по дорожке Лисий остров, а чуть-чуть вот здесь в стороне. Здесь два озера, все равно там подойду к Ваську. Такие деревья красивые. А, ну вот еще начинаю домик строить. Вот еще. Работа закипела, короче. Так, там у нас улик, да? Стоит машина с улями. Пчелы там, видимо, невидимо. Так.
природа обалденная. Это возле нашего дома все находится. Сейчас я здесь пройду. Я, наверное, думаю, пройду здесь сквозь комнату. Птички поют, сверчки поют, стрекочут. Красота. Лягушки квакают. Прелесть, прелесть, прелесть. Где-то озеро здесь, ну, где-то два. Один, второй. Сейчас я как раз подъеду к Ваську. Здесь красота. Уже начинает маленько темнеть. Интересно, сколько время? Мне телефон неохота доставать. Не знаю, там Васек что поймал, не поймал. Ну я через лесок вышла. Вон дорога. Там стоит такой большой кирпич. Или шлакоблок большой, чтобы машины, наверное, заезжали. Здесь пусти машин, тут будет ой-ой-ой. Бардак. У озера вот такой домик выстроен. Красивый. А вон Васек мой. Интересно, поймал он, что нет? У озера прохладней. Ветерок такой. Вот такой пейзаж, смотрите. Кому-то повезло, здесь домик. Озерца, вон мальчишки ловят. Рыбку тоже. Что, Васек, поймал что-нибудь? Не клюет? Не та наживка, наверное. Не хочет? А вон, смотри, у тебя там волны, как не хочет. А, лягушки? Да, вот. Два раза ворачивалась, эту забывала. Васек, там тебе что? А, наверху эти малявки. Вон они, резвятся. Ну там вот парень-то ловил, мы видели же. Но это... Пацаны говорят, окунишки только ловились. Ну вот маленькие вот. Ну сейчас вырастут они. Их... Да. Ну если бы они вот не загрязнили, видишь, сколько мусора. Ну вот эту траву надо все выгребать отсюда. Все, мы с Васьком порыбачили. Поехали домой. Мне надо клубничку посадить. Вот Васек у меня рыбак впереди. Сейчас мы вот здесь по переулочку проедем.
лишь бы собачки не напали на нас, да, Васек? Они любят на колеса бросаться. Вот такой есть переулочек здесь. На машине ты не проедешь. А на велосипедике везде проедешь. Так. Мы бы еще посидели, но нам позвонил Ибрагим. Сказал, там у них есть остатки железа посмотреть, надо нам или не надо. А нам надо закрыть до конца душ летний. Сейчас проедем, посмотрим. Не знаю, на машине поедем, на легковой или Соболя заведем, посмотрим. Васек вперед меня, вон он. Все, что там, нету машины? Есть. Оп. Так, надо перейти, слезть. Подожди, еще одна. Так. Переходим. Ну давай, Васек, едь, я за тобой. Да, вот здесь тротуар обрывается. Он сказал, поехали, и взмахнул рукой. Сейчас. Так-с. Классная прогулочка получилась. Ой, какой асфальт. Дык-дык-дык-дык. Ветер. Все, к вечеру поднялся ветерок. Ветерок, ветерок, ветерочек. Наша улица тут застраивается новыми домишками. Будут у нас новые соседи. Ух, тротуар что-то. Трава, что ли, оттуда лезет. Бугры. Меня уже ждет. Молодец. Ну все, мы прибыли. Встаете. Ну что, старость не радость, молодость не жизнь. Ну все, на этом наша экскурсия закончена, да? Ну все, друзья, всем пока. Прогулялись. Сейчас буду я садить клубничку свою. В лесок. Свой лесок. Всем пока-пока. Всем пока-пока. До свидания, друзья.